Старый я стал до таких дел. Да. Так, средний балл за первые три конкурса без копа. Зашла команда. Хорошая нота. Так, дорогие друзья, итак, сумма за три конкурса. Команда «Братья-пилоты» 12,6 баллов. «Мечтать не вредно» 12,6 баллов. «Однажды, дважды» 12,4 балла. Сборная ГПТ 14,8 балла. И самая многочисленная команда «Я и все-все-все» 13 баллов ровно. Уважаемые команды, я прошу вас выйти на сцену для того, чтобы вместе увидеть оценки за четвертый конкурс. Но перед тем, аплодисменты, ребята, они для вас сегодня 2 часа сутки. Сборная ГПТ, «Я и все-все-все», «Братья-пилоты», «Я вместе с ними». Однажды, дважды, команда «КВН» «Мечтать не вредно». Уважаемые жюри, перед тем, как поднять оценки за решающий конкурс одной песни, я попрошу вас сказать какие-то слова нашим командам, кратенько, быстренько, а потом уже начнем их судить по строгости. Слово жюри, да. А потом оценки, вот так вот, интрига. У нас Ирина Ушакова вопрос не хотела задавать. Сергей Волосатых. За нее ведущий задавал вопрос. Ну, во-первых, хотелось бы поблагодарить организаторов лиги, вот, управления молодежной политики Владимира, вот, за этот праздник смеха, юмора, веселья, забора. Спасибо, что вот, ну, как бы, с Юрием мы встретились сегодня на этой игре в составе жюри. Да, вот. Когда-то, очень-очень много лет назад, мы выступали на Воронежской сцене, вот. Он был редактором, очень подрезал нас, вот. Мы ругались, скандалили, в итоге помирились. Вот. Спасибо. И про сегодняшнюю игру хотелось бы сказать. Да, всплеск эмоций, конечно, очень приятно, что такая динамика, позитив с этой сцены сегодня целый вечер мы получали. Вот. Многочисленную команду «Борисовки» очень хотелось бы поздравить. Вот. Очень подтурно, хороший сценарий, хорошие качественные шутки. Ребята «Белгородцы» однажды дважды тоже знакомы мне по Белгороду, молодцы. Играют и там, и здесь, вот, получают, обкатываются, получают опыт. Молодцы. «Пилоты», красавцы. Вот «Старостов» тоже сегодня очень порадовал. Кстати, вот, хотелось бы заметить, для всех, то есть такой момент. В домашнем задании Пушкин сказал следующее. Так, начало есть, концовки нет. То есть этим грешат очень многие команды. Вот. Очень хорошие, интересные, интригующие заходы, и потом как бы сползает концовка, но немножко потится. Вот так вот, это как бы напутствие нам еще. И на десерт вот как бы оставил ГБТ. Вот. Новый формат, не только, допустим, в Губкинской лиге, а вообще, вот, они очень себя хорошо показали на фестивале в городе Белгороде. Ну, и как бы стабильно показывают качественную игру. Вот. Всем спасибо. Я надеюсь, что увидимся еще впоследствии. Большое спасибо, дорогие друзья. Ну что, еще поехали. Алекс, есть еще, дело. Но пока мы считаем, всем коллегам предложить, я оставляю свои слова благодарности, восхищения нашими командами напоследок. Очень хорошая финальная нота «Братьев-пилотов», шикарная песня. Вот все чувства, которые переполняют, наверное, каждого из нас, сидящих в этом зале, это чувство, с одной стороны,
получено море позитива и радости от сегодняшней игры, от сезона 2013-2014 года. Ну и чувство, конечно, небольшого огорчения о том, что этот сезон закончился. Но я надеюсь, дорогие друзья, что в уже ближайшем будущем, в новом сезоне 2014 года, мы с вами опять увидимся на этой сцене. Ну а сегодня мне хотелось бы поблагодарить вас, дорогие участники финала нашей команды, за эту прекрасную игру. В вашем лице поблагодарить всех участников нашей губкинской лиги, которые принимали в этом сезоне участие во всех играх. Ну и несколько слов о каждом тоже хотелось бы мне сказать. Самая многочисленная в кавычках команда, я и все-все-все борисовки, наше восхищение. Команда, которая нарушает все законы бытия и в целом само понятие команды. И все же показывает и еще раз нам доказывает, что и один в поле воин. Замечательная команда, вам, как молодежь, дает респект. Поэтому дойти до финала таким количеством составом — это уже победа. Ну а, по-моему, там и результат у вас неплохой. Это, я думаю, заслуженно. Так, дальше, дорогие друзья, команда «Однажды, дважды». Желтенькие наши друзья, самая солнечная команда. У вас такой же солнечный и замечательный юмор. Вы дружная и обаятельная команда. Мы вам также желаем дальнейших успехов. Вы молодцы. Огромное спасибо. И надеемся дальше, также на встречу с вами. Староскольцы, соседи наши дорогие, ближние, тоже очень оригинальная, интересная команда, замечательная, прекрасная, юмор искрометный, динамичная игра. Огромное вам спасибо, вы молодцы. Братья-пилоты, братья, тоже, братья вы мои, тоже немногочисленная команда, но у вас уже больше, чем я, все-все-все. Тоже прекрасный юмор, замечательная команда и прекрасный, я думаю, потенциал, задел на будущее. В наших следующих играх тоже вам желаем удачи. Ну и я тоже, как Сергей Евгеньевич, на закуску оставил КПТ. Сергей Евгеньевич, с особым чувством говорил о вас в свое время, несколько лет назад, команда ребята с Техаса, по-моему, да, Сергей Евгеньевич, правильно? Были тоже от ГПТ, тогда от первака, лидерами нашей губкинской лиги, выступали и в других лигах успешно и удачно. И я рад, что настали опять те времена, когда губкинцы принимают участие в нашей губкинской местной лиге. Это уже радует. Дошли до финала, это прекрасно, и показали такую замечательную игру. Это тоже замечательно. Ну а впереди сейчас у нас оглашение результатов и торжественное награждение. Ну что ж, уважаемые жюри, для начала все-таки оценки за конкурс одной песни. Я думаю, в порядке выступления, чтобы опять-таки было проще. Первыми свой конкурс, максимум 4 балла. 4 балла максимум. Первыми конкурс одной песни исполняла команда КВН «Мечтать не вредно». Мечтать не вредно. Три. Идем дальше, дорогие друзья. Команда «Я и все-все-все». Три. Сборная ГБТ. Четыре. Команда КВН «Однажды, дважды». Четыре. Команда КВН «Братья пилоты». Четыре. Ну что ж, осталось посчитать средний балл за этот конкурс и средний балл за всю игру. Узнать чемпионов и призеров губкинской открытой лиги КВН, знак качества других команды. Нет, не буду называть призовой фонд, потому что не помню цифру точно, а в цифрах ошибаться нельзя. Особенно в деньгах. Да, особенно в деньгах. Итак, дорогие друзья,
Средний балл за конкурс одной песни. Результаты у нас следующие. Братья-пилоты получают 3,8 балла. Команда «Мечтать не вредно» получает 3,4 балла. Команда «Однажды-дважды» получает 3,6 балла. Команда «Сборная ГПТ» получает за конкурс 4 балла ровно. И команда «Я и все, все, все» получает 3,6 балла ровно. Итог игры. Итак, итог, дорогие друзья. Барабанная дробь. Команда «Однажды-дважды» завершает сезон 2013-2014 года с результатом 16 баллов ровно. Команда получает диплом управления молодежной политики и бурные, несмолкающие аплодисменты зрительного зала. Команда «Мечтать не вредно» по итогам игры набирает 16 баллов ровно. Также команда получает диплом и бурные аплодисменты. Команда «Братья-пилоты» завершает сезон с результатом 16,4 балла, и это третье место. Диплом и солидная денежная премия, грант на развитие вашей команды, вашего движения КВН. Далее, команда «Я и все-все-все». Второе место с результатом 16,6 балла. Второе почетное место и, соответственно, денежный приз получите. И далее. Чемпионом Губкинской лиги 2013-2014 года по решению жюри, а самое главное, по набранным баллам. Сборная ГПТ побеждает с результатом 18,8 балла. Чемпион, кубок, диплом и денежный приз за первое место. С праздником, дорогие друзья, всех с победой! Спасибо командам, спасибо жюри, спасибо вам!